Они сошлись, волна и камень, стихийные прозы, лед и пламень, не столь различны между собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, привыкаюсь я, отделать нечего, друзья. Куда ушли мне поэты? Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты свои проводишь вечера?